Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала «Эзотерика для тебя». Мы всех приветствуем вас в любви, в изобилии и в свете одного бесконечного Творца. И в этом видео мы хотим с вами поговорить об одной магической картине. Эта картина приносит успех в делах, удачу и благополучие в жизнь каждого человека. Эта картина называется, в одном случае можете услышать, что это список Марии, другое название этой картины — Дублинская Мадонна или список. И до сегодняшнего дня неизвестно, откуда появилась эта картина и кто художник. Оригинал этой картины находится в Дублине, и сейчас вы на экране видите эту картину. Вы знаете, многие отмечают невероятную энергетику этой картины. Картина служит своеобразным оберегом для дома, приносит гармонию в семью, дарит здоровье, долголетие, а также привлекает деньги и финансовое изобилие. И принято считать, что чем больше копий распространяется этой картины, тем сильнее становятся магические свойства предыдущих картин. Поэтому распечатайте на цветном принтере эту картину и повесьте дома. И время от времени, когда смотрите на картину, говорите следующие слова. Но в обязательном порядке она должна быть именно в цветном изображении. Слова следующие. Монета к монетке, финансы к деньгам. Деньги приходят, в кошелек заходят. В оборот деньги пущу, финансы в дом запущу. И желательно это делать почаще. Каких размеров здесь делать, распечатать картину, не нужно каких-то громадных. Возьмите так, например, формата А4 сделайте или формата А5. Можете даже в рамочку повесить как вариант. Друзья, обязательно воспользуйтесь этой магической картиной. Это картина «Список Марии» или «Дублинская Мадонна» или «Список». И обязательно проведите этот ритуал. С вами, как всегда, был канал «Эзотерика для тебя». Мы с вами прощаемся, друзья, и услышимся в следующем видео.